Здравствуйте, друзья. Как сказала Светлана, смотри, чтоб тебе по голове там не дали. И я подумал, надо какую-то каску с надписью «Пресса», чтобы так, для безопасности пущить. Так. Вот тут ребята работают. Сейчас я думаю, как туда внутрь попасть. Пройдем. Обрезают доски, укладывают. Ну да, вы уже видите, как потолок будет работать, да, смотрите. Вот они их туда прибивают буквально гвоздями. Да. И без пистолетика, вот он как раз сейчас вот это делает. Бьет. Так. И я вам показывал вот эту балку наверху, видите, так худо ее туда уже загнали. И вот тут еще одна вертикальная опора у меня. Давайте мы посмотрим отсюда. Вот еще одна вертикальная опора. Сверху там балка. Выглядит это сочленение. Вот так приобретается уже очертание, видите. Вот он, коридорчик пошел. Давайте мы из будущего коридорчика посмотрим на остальную стройку. Ну, там пилят. Вот эти вот две ямки, видите, вот одна ямка и вторая. Там тоже будут, ее тоже зальют бетоном, там тоже будет опора. Вот, я говорил, что вот в этом месте будет дек, будет веранда такая. Значит, эта веранда пойдет вот туда, вот аж до конца дома. Видите, она пойдет до конца дома, а потом будут тут ступеньки. То есть веранда будет достаточно такая большая. Так. Вот все и зашилось. Видите? Так, потихонечку. Уже почти не осталось фанеры там на улице. И всяких там кубометров пиломатериалов стало меньше. Так, ну-ка смотрим. Ага. То есть возможно, что и остальные доски потом так закрепят. Я еще не знаю. Вот вдруг увидел, что одна вот так закреплена. А другие вроде как просто гвоздями пока. Угу. Ну что же. Да. Да, интересно. Вот тут будут окна, видимо, тут еще выпилят из этой фанеры вот это окно. Да. А вот это окно непонятно как-то. А, наверное, выпиливают по частям, или оно сразу было неполным, я не знаю. Так что пытаюсь представить себе, что тут, как это все будет уже в готовом виде. Но, в общем-то, да, очертания все есть. Все, друзья, на сегодня мы заканчиваем.